Рисовать довольно легко. Вот рисовать как Рафаэль или как Волынич трудно. А просто рисовать так, чтобы что-то получалось. Это, в общем, навык, который можно приобрести. Больше начинает бояться и делает очень слабые линии и тут же их стирает. А если фломастер, отступать некуда, позади Москва. Мне этот памятник не нравится. Они какие-то одинаковые. Но мне вот несколько идей понравилось, какие применили. Можно же мне один рисунок будет сделать. Один мальчик мне мы с ним придумали, что у них вместо постамента ботинок на колесах, вот эта роликовая штука, на которой катаются подростки. Один папаша, когда тоже был семейный какой-то совместный рисование, он сделал, что стоят они почему-то на аквариуме, между ними вместо портрета Петра Первого мангал, и у них на шпагах обнаженных шашлыки. Да, кто-то рисовал световые мечи. Как у этих «Звездных войнах». Но давайте, вы можете придумывать этот памятник. Я к чему такое рисование делаю? Художники хитрые люди. Они очень важные, говорят, рисовать очень трудно. Это только мы можем, а у вас ничего никогда в жизни не получится. Ерунда. Рисовать довольно легко. Вот рисовать как Рафаэль или как Волынич трудно. А просто рисовать так, чтобы что-то получалось. Это, в общем, навык, который можно приобрести. Начнем. Я тоже взял такую штуку специально, чтобы не бояться, чтобы вы видели, что фломастер лучше, чем карандашами. Ну, наметим. Опа, он немножко... Нет, ну, я думаю, мне его хватит. Вот так я наметил, это будет постамент. Я все-таки нарисую традиционный постамент. А вы, если хотите, можете придумать что-то. Да. Вот. Давайте. Вот тут там такие какие-то еще портики, да? Где им стоять? Да. Еще у всех разные навыки. Кто-то, может быть, вообще отлично рисует, а я не знаю этого. А кто-то первый раз держит в руках фломастер за много лет. В качестве рисовального инструмента. Потом люди всегда говорят, еще группа людей, вот я не умею рисовать людей. Я вообще-то тоже не умею рисовать. Но достаточно вспомнить детство, ну, смотря на каком уровне, да? Такого человечка, наверное, могут нарисовать все. И как вы, да, и как вы потом убедитесь, этого вполне достаточно, чтобы у вас все получилось. Их двое, они совершенно одинаковые. Единственное, что зачем хорошо бы следить, это чтобы они были везде расположены, чтобы им было уютно там. Хотя, если вы слишком мелко сделаете или крупно слишком, всегда можно что-то придумать. Ну и что, теперь, чтобы не было так по-детски, давайте будем их одевать. Вот это у нас, этого назначает Евгений. У него треуголка. Точно такая же, как у пиратов Карибского моря. Сейчас и галстучек. Можете по-своему сделать. Если я не настаиваю, что Евгений носил именно такой галстук. Может быть, нет. Можно и бабочку. Как хотите. Давайте сделаем ему вот такие рукавчики.
и большие общелага. Мне кажется, что там как можно было как школьный портфель использовать, туда столько влезет, этот клапан всего. Вот. Еще он такой у нас стоит почему-то, ну так и сделаем. Он почему-то в таком панцире стоит. Тут еще ленточка у него. И железный панцирь. Огромные карманы тогда на себе. Я думаю, кожаные, конечно, гигиеничные, зато они наверняка промокали. Фломастер меня чуть было не подвел, по-моему, собирается кончиться. Но я думаю, нам хватит. Ну, вообще здорово тогда. Вот еще такая у него. Вот один готов. А, еще шпага. Так, шпага, сейчас я вспомню. Шпага висит все дело, чтобы ему правой рукой удобно было выхватить, если не что. Вот, посмотрите, вот такой. Самое интересное начнется потом, когда останется пустое место, и мы его захотим чем-нибудь заполнить. В костюме много каких-то элементов, которые сейчас уже стали женскими. Вот парик. Накладные волосы. Смотрю, что издали, что получается сейчас. Чтобы не слишком криво. Администрация города отвергла мне подобный эскиз. Они сказали, что ты не улыбаешься, как клоун. Видимо, у общественных и государственных людей должен быть такой лицо мрачный. Вот у него такой же тут галстучек из голландского кружевного чего-то там. Брабанские кружева. Да, что-то такое. Хотя, я даже, ну, наверное, они-то нарядно одевались все равно даже здесь. Хотя, они оба были в чем-то не очень хороши. В чем-то молодцы, а в чем-то нет. Тогда не ценилась человеческая жизнь. И человеческое страдание ничего не стоило. Они оба были жестокими людьми. Хорошего они тоже много сделали. А Татищев вообще, знаете, как он попал в тяжелую ситуацию в жизни? У него была страсть непреодолимая. И вот он попался и сделал огромные долги. И только то, что на него Демидов написал донос, а донос оказался ложным, и Демидов платил штраф Татищева. Татищев расплатился с этими долгами. Знаете, что он покупал? Куда он девал все деньги? Он покупал книги и собрал одну из лучших тогдашней России библиотек. И эта библиотека, он когда отсюда уезжал, он ее оставил в подарок в Екатеринбурге. Он знал, что он всегда уезжает. Книжки, они до сих пор в нашем городе, часть этих книг сохранилась. В университете отдельно редкой книги они хранятся. В общем, то, что он должен был мне помочь, он сделал. И тоже шпажка. Ну вот, кто там, кому не видно. А что на другого только пуговицы, и пуговицы на кафтане отличаются, и бариком. Ну, мы сейчас сделаем. Какого цвета была у них одежда? Фотографий тогда не было. Но, судя по всему, они носили одежду красного цвета с желтой отделкой. Оба. Артиллерию, математику надо было знать, баллистику. И артиллериста была красная. Вы можете по-другому раскрасить. Никто не... Во-первых, не важно, как они на самом деле одеваются. А во-вторых, не обязательно делать, как было. Чего, конечно, не было, мы сделаем. Зеленые штаны. Пусть он будет, его одежда выдержана в светофорной гаде, а лицо сделаем оранжевым.
Ну, вот как-то так. Тогда люди одевались очень ярко. А сейчас почему-то... Нет, сейчас тоже, ну, смотря где. Сейчас тоже ярко. Да, последний там вот показать. А железку надо чем-то черным раскрасить. Постамент такой овальной формы, поэтому он в середине посветлее можно его сделать. А по бокам потемнее, и он будет у нас закругляться. Лицо тоже сделать. О, классно, мне нравится, что постамент зеленый. Ну что, какая-то есть незавершенность. Можно там, конечно, город нарисовать. Но как-то вот хочется не город. Давайте сделать. Я сделаю что-нибудь другое. Так. Ты лучше, знаешь, черный фломастер? Ты лучше сегодня поработай, а потом на тебя отпущу новый. Тут байкер. Да. Вам не обязательно это все рисовать. Вы можете думать, что это твое. А вот человек на роликах. Летит по небу. Кого у нас еще нет? Бандиса. Там четыре колеса, да, у них теперь была доская, помню. Ну, вот как-то так, да? Классно, понедельник всякие. И вот их дома надо, чтобы много было. И тогда будет, наверное, все понятно и правильно. Зеленый преображенский контроль. Может быть. Но они Боба Преображенского нет, не служили Боба. Ленин мечтал стать министром российской артиллерии. И свою карьеру он и закончил на этом посту. Место какое-то плоское стало. Хочется нарисовать большую тогда собачку таксу. У нас как раз такая длинная. Я особо там не смотрю, что у вас получается, а вижу, что у всех все хорошо. Я же отхожу, смотрю иногда. Ну вот, у меня каждый раз по-другому получается. Вот. Да. Вот
и все. Как видите, совсем не сложно. У всех получилось, вот кого я не буду рисовать. Группа нарисованная Екатерина. Вам надо ваши рисунки сфотографировать.